Что происходит? Ужас какой. Я видео монтировала, но я уже сейчас собиралась ложиться спать. И тут налетело. Нас обещали сильную грозу. По-моему, она приплыла к нам. Видели? Сейчас я прикрою окно немножко. Дождик пошел. Говорят, она уже в некоторых местах дала оторваться, конкретно гроза. Компьютер отражается. Вот квадратный — это мой компьютер. У нас, между прочим, торнадо сегодня обещали. Я уж проснулась. Ты уже спать собиралась? Я уже легла, думаю, сейчас посмотрю еще сериальчик какой-то такой неплохой. Если найду, конечно. Но тут смотрю что-то, думаю, сейчас уже глаза начала. Потому что, знаешь, когда монтируешь видео, то от собственного голоса всегда спать хочется. Не знаю почему. Я там бу-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 бу, и ты начинаешь засыпать просто. Я не знаю вообще, когда кто-то разговаривает у меня, возле меня, как долго, монотонно. Я, блин, отрубаюсь. Я вообще засыпаю. Мне кто-то сказки рассказывает. Я помню, мне моя знакомая сказала... Ой, подождите, вам ничего не видно, но ничего. Главное, что молнию было видно. Это фонарь светится. Вот, видите, это фонарь. Вот. Ого, классная молния. Кто любит еще классную грозу? Я тоже люблю грозу. Вот. А мне моя знакомая говорит: ух ты, моталки. Она мне говорит: а ты, Вика, так, когда едешь домой, ты слушай эти подкаст. Подкаст — это как, ну, радиостанция, что-то они там говорят на разные темы. Какой подкаст? Я говорю, ты что? Говорю, он мне будет разговаривать там, бу-бу-бу-бу-бу-бу. Говорю, все, я засну. Я засну, говорю, я за рулем засну. Телефон вообще теряет резкость. Ни с того, ни с сего. Вот что-то потащило там внизу. Кулек понесло какой-то. Ой, слушайте, у меня сбоку дома тоже кулек есть. Я же сегодня ветки обрезала. Он легкий такой. Сейчас его утащит к чертовой матери куда-то. Видите, что творится. Я вам только молнию показывала. Фотографии сегодня смотрела. Ой, такие фотографии вообще... Страшные были. Мама посмотрела, говорит: ой, какие страшные фотографии. Небо. О. О. Слушайте, мне кажется, вся эта фигня к нам пришла, это светопредставление. Блин. Слушайте, надо проверить погоду. Что-то очень активно, но... Как гроза прям. Главное, чтобы град не начал падать. Что когда град падает, он перед торнадо идет. А-а-а-а. Мама, у меня страшно боится этого всего. Ой, елки. Ого. У нас в этом году рано активная погода. Но имеется в виду, что на юге у нас все время как бы торнадо бывает, да? И они уже были, у нас уже несколько было. Просто я говорю все время, никто не страдает, потому что мало, маленькое количество народа живет в маленьких городке у нас. А... Сегодня, по-моему, даже было одно торнадо. Ну, как бы, знаете, все время на небо смотрю. Все время смотришь, думаешь. Мало ли что, мама, наверное, закрыла свое окно, потому что она у меня уже спать ушла. А я еще сидела, монтировала видео. У нас обычно такая активная погода, знаете, когда в конце июля, начало августа. Но в этом году, в июне, уже до 30 доходит. У нас несколько лет подряд не было такого, что было до 30. Так. Ветер крепчает. Я вам только на небо поставила, это на небо только снимаю, потому что... А! Не, я снимаю эту, как ее, молнию. Тут такие молнии, ты видела? Да, ужас, как день вообще наступает. Да, ветер сильный.
Это вот это вот все грозы, которые мы с тобой фотографии видели, да? Они, по-моему, к нам прилетели теперь. Угу. Вот я тоже так сказала. Я закрыла окно и смотрю, тут если поставить посмотреть, тут прям день наступает из-за молнии. Такой вот сильные такие, прям зарево прям аж идет. И на улице душно, вот просто душно. О! Сейчас шабанет, наверное. Нет? Тихо. Еще такая еще далеко получается. На. И уже какое зарево, когда она далеко. Надо включить этот Weather Network. Посмотреть, может нам там это... Что обещают? А вот не видно вам будет, наверное. Вон, видите, как... Ой, опять не листья. Ёлки. А, да. Прям вот такими прям этими идет. Заодно окна помоют. Ого. Все, вам небо поснимаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, смотрите. Дерево, дерево. Боже, мне чтоб дерево не сломало. Мама, посмотри. Ой, боже. К нему, в принципе, палка привязана. Там так дерево, вам просто не видно. Подсветки нет и не видно. Потому что в темноте сложно снимать. Прям такой ветер вообще. Я сегодня ничего не поливала. Потому что сказали, что будет гроза. Ну и зачем поливать что-то, правильно? Ты тут еще? А, ты тут, да? Дверь открыла. Аж глаз у меня дернулся. Тоже мне в левый глаз оно засветило. Вот что такое активная погода. 12 часов ночи, да. Ух ты. А, да, у него еще и козырек есть, крыши, как бы. Оно так не так ему залетает в окно. А вот с нашей стороны у нас вроде как тоже козырек есть какой-то. Но у меня окна-то снизу, смотрите, вон, видно вам там, смотрите, как дождь идет. Сейчас попробую настроить резкость на лампочку. Вон, видно? Видно, он прям потоком льется сверху. За фонаря видно. Не хочет настраиваться. Но, в общем, вам понятно. А то у меня еще тут дождь идет. Сюда настраивается. Нет, не хочет. Все, настроился наконец-то. Нет, все. К чертовой бабушке покупаю себе нормальный телефон в следующий раз. Решила продешевить. Ого. Смотрите. Вот это ливень. Боже, сколько воды льется. Ой. Я все время удивляла, как столько воды может висеть в облаках. Правильно? Это ж сколько тяжесть какая. Ух ты ж. Это что, град? Слышишь, что там творится внизу? Видите, почему? Вот это называется flash flood. Видите? Когда быстро выливается большое количество дождя. И видите, как оно течет от моего дома. И оно течет все в озеро. Это все в озеро. Вот эти озера нам нужны вот именно для этого. Потому что такой flash flood проходит. И все.
И у некоторых людей это вся ерунда может в подвале оказаться. Именно поэтому дома строятся специально по определенному там назначению. И вот видите, вот с моей его драйвы оно все стекает вниз. И пошло туда струей, в это озеро, туда под наклону в озеро. Потому что даже сами по себе... Смотрите, что творится. А, если будет торнадо, у меня сработает телефон. У тебя тоже должен сработать телефон. Ну, мой тогда сработает. У нас есть система оповещения. А включи тут телевизор, пожалуйста, наверху. Ты можешь включить? И Weather Network найти. Там точно будет оповещение. А то я тут как Дунька стою, значит, совершенно спокойно снимаю, значит, все, да? Вот это да. Ну, точно они говорили, что Severe Thunderstorm. Severe это как очень сильный. Точно. Ну, смотрите. Сколько воды. У нас сегодня будет грозовой этот влог. Прям как будто кто-то со шланга поливает. Слушайте, как такое количество воды может сверху вот болтаться в облаках? Вообще, я, конечно, понимаю физику там и всякое такое. Но смотрите, блин. Вот реально, вот сколько тонн воды выливается сейчас. Ну, смотрите, только хуже становится. Не включается ТВ не включается. ТВ. Мама, может, вниз пошла? Она меня не услышала, чтобы я попросила, чтобы она сверху телевизор включала. Ой-ой-ой-ой. Угу. Ну, вот такая вот погода у нас активная бывает. И все, хоть и треснет, знаете, постоянный катаклизм. Если не температура минус 50, то, блин, дождь, короче, льет сверху. О, ну, такой вот. У нас тут прерии, этому есть где разогнаться, торнадо, правильно? Поэтому... Прерии это как, ну, поля такие, да, по своей сути. Вон, смотрите, что творится. Видите? Видите, прям такими волнами прямо идет. Волнами. И все на наш дом, видите, прям вот в мою сторону вот идет. Да, а ты сверху можешь тоже включить его. Не хочешь, да? Мама говорит, катит предупреждение от торнадо. Не факт, что будет. Хотя уже было однажды, было. У нас был F5 торнадо, то есть достаточно большой. Километр, по-моему, он был в толщиной внизу. И прошелся через трейлер-парк, люди погибли. Почему там дерево стоит? Стоит. Хорошо, что к нему эта палка привязана сбоку, слушайте, она его реально держит как бы. И вот тут так сейчас колбасило. Просто не видно из-за того, что я снимаю в темноте, не видно как бы все. Мне это видно из окна, а камера, она не берет. А камера, она понимает. Давайте я вам на небо направлю немножко, чтобы можно было бы, может быть, видно молнии. Когда снимаешь в темноте, камера, она так не берет. Да, воды, конечно, выливается. Конкретно. Помонтировала видео, называется. Села, думаю, все, сейчас пойду с папки. Только решила заснуть. Слышу, что-то там оно так... Оно, знаете, так по чуть-чуть, ну, как гроза обычно идет. Оно по чуть-чуть... Ну, так резко налетело. Я соскочила, давай сразу думаю. Ух ты, думаю, дай-ка посмотрю, что там происходит. Что если они... Ох, господи, если они заметят предупреждение торнадо, то мой телефон сразу же даст оповещение. У нас у всех есть, как бы, они эту систему оповещения, они недавно ее сделали. Для всех одинаково. То есть, если есть там Amber Alert, Amber Alert это когда похищают ребенка, допустим, забрал без спроса ребенка кто-то. Могут сообщить, да, ну и это касается любых катаклизмов, скажем так, которые могут произойти. Но это как бы не катаклизм, это у нас опа, обычная погода летняя. Опа. Интересно, какая завтра будет погода, потому что там они обещали как бы на выходные дождь, ну, не знаю, как там завтра будет. Если все пойдет, прилетит. Стружки смывает.
Вот зараза, смывает стружки. Это вот потому, что с дома льется столько воды, что там внизу у меня есть такая труба возле входа, которая все отводит. И с нее выливается столько воды, что она начинает смывать стружки. Стружки завтра буду ловить, опять подметать. Нужно... У меня есть еще один кулек, их постоянно подсыпать надо. О, что это было? У меня глаз судорогой свело. Гроза приближается. Пока интенсивность грозы держится. 20 минут держится. Я как бы люблю, когда гроза пролетает, и ты можешь опять окна открыть, и свежестью и озоном пахнет. Severe thunderstorm warning. Опа, а у меня на телефоне что-то выскочило. Подождите, ребята. А, ко всему еще добавился lightning alert. Lightning alert – это предупреждение о молнии, очень сильной молнии. Они сказали, также было написано, что... сильный ветер, damaging вот winds, они сказали, что если у вас есть loose objects, как бы что-то, что может быть летать само по себе, типа он может подхватить, и эти вот сильные вот эти вот flash floods, предупреждение пошло, но это у нас как бы норма, с этим нужно научиться жить. Понимаешь? Не знаю, некоторые, ого, некоторые люди засыпают совершенно спокойно и спят. Вот. А я как бы люблю понаблюдать за подобными вещами. Мне нравится хорошая гроза. Завтра 21? Yeah. А что, как погода? В общем, дождь будет, что ли, или опять солнце? Будет солнце. Там, слушай, так пошел lightning alert даже. Lightning, значит, очень сильные молнии, да? Конечно, машины едут, ничего не сделаешь. Не, ну если ты ничего не сделаешь, у нас надо же как-то бизнес вести. Люди едут туда-сюда, кто-то по работе, кто-то нет. Ого. Вот. Но мне кажется, что полегче стало. Молнии, конечно. Молнии, да. У нас опять стружку смывает, я говорю. Ну, потому что дома столько льется, да, этой воды, что оно просто выплескивается там и смывает стружку. Сейчас показали, там все засыпано белым, очевидно, да, они сказали, град может быть размером 25 центов, написано. Очень хорошо. Угу. В подвале бегает. А, Лёша в подвале бегает? Да. А, ну. Нормально. Так, мне что-то пить захотелось. Дома душно очень. Да. Ух ты. Я подскочила, потому что сильный ветер. Ну, господи, сейчас все повырывает. Нафиг. Кого повырывает? Ну, все сетки наши повырывают, думаю. А почему сетки? Все цветы пороняют, потом сильно. А у нас же внизу цветы висят там, правильно? Ну, да. Ёлки, я пойду посмотрю, что там происходит. Лёша в подвале бегает. Давайте посмотрим, что там происходит. Блин, блинский. Сейчас я резкость наведу. Смотрите, что произошло. Ай, тут все мокрое. Просто прибило все. Ой, елки-моталки. Ветер сильный. Сань, не надо сюда ходить. Тут Вика сейчас пойдет. Ох, они тяжелые, потому что там воды в них налила. Так, эти цветы нормальные. Ветер сильный. Мокрая, я мокрая. Теперь смотрите, у меня даже дверь мокрая, блин, это же надо, чтобы так дуло. Санька, а ты чё? Страшно? Страшно! Страшно! Ага. Так, всё. Алёша в подвале бегает на тредмил, он вообще ни черта не слышит, у него уши завешаны наушниками. Вот, а я сняла этот цветок. И цветок такой тяжелый, как камень, я его еле-еле сняла. Он водой, знаете, его залила, еле-еле сняла, еле-еле силы хватило в руках. Пришлось вообще высунуться, наружу выйти. Вот я как бы мокрая теперь. Вся сейчас переоделась. Настолько быстро, как бы ветер потому что дует в мою сторону, да, то получается, что у меня очки у меня все в этих, в дожде. Ну, все мокрые в капельках, да, и я вся мокрая. Но я сняла цветок, потому что он вообще поник, он никакой как бы. Вот. И поставила его в гараж. Что он там все цветы прибило. Те, что возле входа, они нормальные. А вот эти вот, которые висели, то там вообще, да.
Ну, пускай стоят в гараже, отходят, там тепло. Сейчас это все, вода с них стечет, они оживут немножко за ночь. Я обычно их снимаю всегда на время грозы, а тут она как-то так налетела вообще, как буквально в течение, как я не знаю, там 5 минут буквально. И как бы это все началось, и пока я вспомнила, что у меня еще цветы внизу висят. Там, like, о, блин, у меня же цветы. Это прям, я не знаю, буйство природы. Ничего себе. Красота. Красота. По-моему, она обратно возвращается. Молния. Вот, вы видели, да? Молния остается. Но я вам поснимаю немножко молнии. У нас они такие прям спектакуляр получаются. Как красивые. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life.